Всем здорово, ребят, с вами Локи, и мы сегодня поиграем в Wreckfest. В свое время мы делали первый взгляд на эту игру, когда она только вышла в раннем доступе в Steam, ну а теперь она выходит на PlayStation 4 и Xbox One. В общем, давайте, ребят, начинать. У нас вот такая вот стартовая машина. Ну и погнали. Так, хочу посмотреть, какими тут... Ага, вот так менять... вид нашего автомобиля. Ладно. Устроим небольшой фаршик. Вы не забывайте, друзья, поддерживать видос лайком. Потому что, я думаю, в ближайшее время гонок на канале будет больше. Там может быть и... Forza Horizon. Может быть, какие-то мобильные даже варианты. Ну а плюс также совсем скоро выходит новый грид, новый NFS. В общем, ребята, будет жарко. Так, а ну-ка в стороночку. Сейчас в заносе попробуем вот здесь. Оп. Хорошо, мы пока первые 16, у нас второй круг пошел. Ну вот как-то на консольке она очень приятно выглядит, то есть и по графике, и по управляемости машина едет здорово. На ПК мы тогда, я помню, смотрели бойню на различных мелких газонокосилках. А также я говорил, что здесь есть бойня на школьных автобусах. Но мы сегодня, я думаю, в дерби еще каком-нибудь поучаствуем. И также, ребят, про The Crew я, конечно же, не забыл. The Crew 2 тоже будет. Погоняем и в него. Ух, там нормально так убрались парни. Так, у нас лучший круг, и это последний круг. Надо сейчас доехать до конца. Вот у нас как-то налево не очень здорово поворачивать. Я, кстати, замечаю, по-моему, у меня геймпад уже в левую сторону не особо хорошо работает. Блин, сколько покрышек. Ну хватит, хватит нас таранить. На каждой покрышке, кстати говоря, наша машина немножко подскакивает. Так, это куда это ты собрался? Серьезно? Серьезно? Решили все на последнем круге нас обойти? Не, ребят, я так не хочу. Не-не-не-не-не-не-не. И неужели мы третьи? Да, мы приехали третьим, вот так вот лидируя всю гонку. Четвертый, серьезно, даже этот на ведре нас обогнал. Так, я как понимаю, здесь идет общий такой заезд, 4 трассы, где нам нужно занять максимально возможное место. Ну, поехали на вторую гонку. Второй этап, называется он «Гонка на ведрах». Ну, хорошо. Поехали, ребятки. Нам, по-моему, просто левую переднюю ось разбили в прошлой гонке. Так, а можно мне немножечко проехать, ребята? Ладно, я понял. С видом от кабины здесь очень сложно ориентироваться. Так, у парня уже ходуном ходит капот. Ой, багажник. И у этого тоже вместе с бампером. Окей, мы пока четвертые. Это уже все? Это был круг целый? Трасса очень маленькая, ребята. Перед нами Пеппер. Надо его обходить. Давай-ка, Пеппер, в сторонку. В сторонку, говорю. Надо его в забор ушатать. Да вы посмотрите, какой, а прям. Вот так, молодец. Молодцом, вот что я и просил. Шибанули его об забор.
Блин, прям не отстаю. Здесь тяжеловато, конечно. У нас совсем не вкачанная машина. Кто играл во Flatout, тот помнит, что от прокачки транспорта, конечно, многое зависит. У нас с разгоном плоховато. Если я ухожу в занос, она плохо скорость набирает. Давайте поближе сюда к бортику. И снова вот эта вот черная молния за нами едет. Но в этой гонке я приеду первым, дружище. Это гонка моя. Третья гонка, и здесь уже более такой асфальтированный будет у нас заезд. Может быть, на нем как раз-таки машина будет себя более устойчиво чувствовать. Хотя, не знаю, эти ведра будут ли себя устойчиво чувствовать вообще хотя бы где-то. Сразу же начинается фарш. А нет, здесь только участок в начале был асфальтированный. Но он такой переходящий направо-налево. Кусочек тут, кусочек там. Окей, Пеппер снова первый. Пошел вон отсюда. Но смотрите-ка, как он лихо, а? По внутреннему кругу нас обошел. А теперь я его размазал. Ха-ха. Лады, лады. Ну, в принципе, такая довольно бодрая гонка в плане прямых. Очень много прямых участков, где можно набирать скорость, а в поворотах просто уничтожать соперника. Но я все-таки думаю, сегодня в дерби погоняем. Хочется устроить настоящую мясорубку. Не отстает, посмотрите, прям... Стоит нам сейчас где-то ошибиться вот в этом повороте, например... Чьи-то части, ах ты. И этот засранец прям пошел в атаку. Ладно. Нам просто смяли перед. Но мы пока первые, мы держимся. Мы держимся, ребята. Части машин просто по всей трассе. Где-то кусочек, где-то настоящее просто кусманище. Вот этот поворот самый неприятный, после него нас могут обогнать. Давайте попробуем вот так зайти. Оп. Не поворачивает, просто машина не поворачивает. Вот эти покрышки везде. Убрали его. Ха-ха, он даже третьим приедет. Не видать ему второе место. А мы снова на первом. Ну и четвертый финальный заезд. Мы снова где-то в конце стартуем. На 11-й позиции. Погнали, ребятки. Мне интересно, каким стартует Пеппер. Пеппер первый. Понятно, почему он всегда вырывается вперед. Так, неплохо. Пеппер, привет. И пока. Надо поддать ему. Вот так в занос зашли на горке. Так, пацан, ты тоже что-то хочешь? А как насчет пойти в баню? И попариться там? Ну хорошо, первый круг мы в лидерах выходим. Потолкались немножко. Разведали обстановку. Теперь главное удержаться. У нас, походу, предел около 150.
Так, вот сейчас аккуратненько. Хорошо, разогнались. Тут же сразу налево уходим. И вот здесь с помощью пригорка можно снова попробовать. Отлично. Так, иди отсюда вон. Все лезут куда-то, пытаются протиснуться. Но не тут-то было. Кстати, это пока лучшая гонка в плане внешнего вида нашего автомобиля. Он еще более-менее какой-то нормальный. А то в прошлых мы постоянно себе передние крылья убивали. Че это вы тут устроили за беспредел? Куда вы лезете? Там, кстати, кто-то вылетел за пределы трассы. Так. Хорошо. И остался, в принципе, последний поворот. Сейчас вот этот мы проходим и выезжаем на финишную прямую. И снова, посмотрите, он прям неугомонный, он в каждой гонке нас преследовал. Вот этот на черной молнии. Итак, ребят, мы выиграли, мы получили себе большой спойлер. Так, финальная позиция. Хорошо, это у нас пройдено. Здесь мы заработали почти 400 очков из 400 возможных, 360. Ну, просто первые мы приехали на четвертом месте, поэтому так. Сейчас я хочу зайти в гараж, тюнинг, посмотрим. Ага, тюнинг — это у нас ручная настройка, я понял. Изменить цвет и наклейки, выбор машины, улучшение. Может быть, здесь кастомка-то тут должна быть? Нет, только внутреннее. Улучшение. Вот здесь броня, внешний вид. Вот, внешний вид. Глушитель, капот, антикрыло. Вот такое. Вот такое, да? Оно ни на что не влияет, как я понимаю, да? Ну ладно. 380. А это сколько стоит? А это бесплатное. Я понял. Так, у нас есть еще что-то здесь. В новинках. Передние крылья. Так. Чем вы отличаетесь? Ну хорошо, давайте попробуем такое поставить. Пока не вижу смысла. Много тут чего. Особо, это что? Ага, вот такая вот табличка наверху. Акула, я понял. Давайте возьмем, поугараем с акулой. Так, капоты. Капоты. 260, ну пускай. Так, колеса. Задние колеса. Но это все просто кастомка. Давайте попробуем улучшить, например, скорость двигателя. А это закрыто у нас. Все на втором уровне. Вот здесь. Смотрите-ка, здесь мы можем поменять воздушный фильтр. 3-4. Требуется 7-й уровень. И здесь 3-4. Так, мощность. Вот этот возьмем. За 375. Что еще? Охлаждение. Тут есть что-нибудь? Есть. Окей. Разгончик у нас будет побыстрее, ребята. Так, клапана. Хорошо. Давайте фигачить все. Что есть? 150. 150. Топливная система 450. Пока деньги есть, можно брать, не переживая. Так.
391. Спортивный. Ну, окей. Так, 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 так. Вот это распредвал у нас еще. Окей. И новинка. Уличные поршни. Хорошо, мы прокачали немножко нашу машину. Давайте смотреть, что еще здесь есть в карьере. И, собственно, вот он. Demolition Derby. Погнали. Последние выжившие, ребята. Посмотрите, сколько автомобилей сейчас будет рубиться. И я забыл, нам нужно было поставить, скорее всего, защиту. Вот сейчас я могу это сделать? Здесь только тюнинг, да? Ну ладно, ребят, поехали. Наша акула идет в бой. Давайте, давайте, парни. Вы пока поместитесь. Надо в кого-то хорошенечко так поддать. Есть! Не попал. Хорошо. Тут уже кто передом, кто задом. Я там видел одного такого мальца, вот этого, по-моему, да? У него машина превратилась в фарш. Он продолжает ехать. Это, по-моему, мистер Бин. Так, шикарненько. Надо было перед усилить. Тогда бы мы смогли задать жару. Ой-ой-ой. А парень уже был разбит. Обидно. Хорошо. Надо кого-то разбивать, ребята. Такс, вот, вот наша жертва. Отойди. Я не попал и влетел в стену. Так, у нас разбитый двигатель. Тогда будем гонять ребята задом. Так. Хорошо. Отлично. Нормально устроили здесь заваруху. Ребята, ребята, разъезжайтесь. Мне кажется, мы долго не проживем так. Ну тут все уже на кропалях. У нас еще более-менее есть здоровье. Хотя есть и вот такие ребята, у которых еще довольно неплохая машина. Так, вот, я вижу жертву. Набираю скорость. Надо его в стену впечатать. Просто машины в огне. А, не попал. Так. Давай, 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 давай. Он сам себя уничтожил. Хорошо. Осталось, кстати говоря, не так много. Вот этот желтый. Мы разнесли одного соперника, и вот сейчас остался этот парень, да? Но у него ХП больше, чем у нас.
Надо забайтить его на стенку. Так, правое колесо нам повредил, да? А, черт! Я сам себя разбил, но мы вторые. Вот такая вот, ребята, у нас была машина. Мы, кстати говоря, получили каркас. И в следующей серии мы будем продолжать. Мне понравилось, дерби было вообще дико драйвовым. Так что поддержите, ребят, видос лайком. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей серии. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.